отвлекать очень много. Я из-за тебя на работу опаздывать собираюсь. Все-все-все-все. Ты вчера на пианино играл? Угу. Врёшь, Поле? Не вру. А мне кажется, ты играл на папиной гитаре, а не на пианино. Ешь давай. И не одни фрукты. А я хочу быть гитаристом, как папа. Папа, прежде чем стать гитаристом, учился в музыкальной школе. По классу фортепиано. Ладно, давай. Мой руки и побежали. Джимми Хендрикс на пианино не учился, а сразу стал на гитаре играть. Что сказать надо? Спасибо. Илья Андреевич, ну, пожалуйста. Я же, в конце концов, не на всю жизнь прошу, а всего на полгода. Я Виталий закупил эксклюзивные ткани. Поверьте мне, коллекция просто разлетится. К сожалению, Вера Леонидовна, даже при всем своем желании, ничем не могу вам помочь. Разве не от вас зависит отсрочка по кредиту? Эти вопросы решает кредитный комитет банка. Вот. И вы можете повлиять. Ну, а если просто по-соседски, а? Илья Андреевич, ну правда, это не вопрос бизнеса, это вопрос жизни и смерти. Я прошу вас. Раз ситуация настолько критическая, и только для вас, и если мы договоримся о повышении годовой ставки на 3,5%, которую вы перечислите на мой личный счет, я поговорю с членами комитета. Да, хорошо. Я согласна на 3,5%. Но тогда пролонгируем на год. Угодное движение через 20 километров. Васька Лазарев с отцом в новом лунопарке на американских горках катался. А Оксанка с мамой на картинге. А мы с тобой тоже в этот лунопарк съездим и перекатаемся на всем, что там есть. Идет? Это уже 100 раз слышала. Опять тебя с работы не отпустят или в командировку пошли. Ладно, пока. На этот раз точно! На стекле регистратор висел. А он же ж, зараза, видит ночью как днем. Может, весь снял, скулишь теперь. Не до того было.
Ладно, я номер тачки запомню. Давай, пробивай по номеру адрес хозяина. Заедем в гости. Совершено покушение на председателя правления банка «Имэкспо Кредит» Бортника Илью Андреевича. Охранник банкира убит. Бортник тяжело ранен. Полиция уже начала расследование этого громкого дела. Здравствуйте. Можно машинку Благовещенская, 14, парадная с улиц? Попросите водителя не заезжать во двор. Михаил Моисеевич. Ладно, Михайловна, рад видеть, рад видеть. Как у вас? Все ничего? Лучше скажите, как там мой Метельский и когда вы собираетесь его выписать? Ну, могу с уверенностью сказать, что организм пациента полностью очищен от продуктов распада наркотиков, ломка снята. Сейчас мы проходим этап психологической реабилитации. И у Геннадия Евгеньевича появилась серьезная мотивация. Да? Совершенно верно. Вы это тоже заметили? Нет. Просто вы все это уже говорили. Все хорошо, Лада Михайловна. Все прекрасно. Вам не о чем беспокоиться. Больше тут же не сейчас совсем. Учился в температура 37. Привет, как дела? Лад, ну зачем это все? Здесь и так неплохо кормится. Это кто это тебе столько всего натаскал? Наши приезжали. Наша — это та длинноногая блондинка, которую я встретила в коридоре? Она теперь твоя мотивация? Она наша новая солистка. Приезжала за нотами. Лад, возьми все это домой. Обойдемся. Нам своего хватает. Ты что, ревнуешь? Мне, конечно, лестно, но повода нет. Лучше расскажи, как вы, как Кузя. Кузя ничего, ничего. Потихоньку привыкает жить без отца. Спрашивал, когда папины гастроли закончатся. А без матери он уже привык жить? Я работаю. У нас деньги на исходе. А половина еще за твое лечение не уплачена. Лад, я скоро выйду. Организую гастрольный тур, запишу новый альбом. Если снова не сядешь на микрофон. Я завязал, поверь. Я соскучился. От тебя духами пахнет. Ну какими духами? Чужими. Да что с тобой? Да на чем ты говоришь? Прости. Прости меня, крокодил. Я просто устала. Слышишь? Мы не сможем вовремя вернуть деньги банку. Но это поставит под угрозу ваш бизнес. И я, как юрист компании, должен понимать ваши последующие действия. Портника сегодня утром стреляли, он тяжело ранен. О-ла-ла. Думаю, теперь в его банке начнутся сплошные ревизии. Владимир Львович, я бы хотела понимать, как это отразится на нашей компании. Ну, есть несколько решений проблемы. Вера Леонидовна, извините, там следователь пришел, говорит, у него к вам срочное дело. Кто пришел? Следователь. Вы как, примете его? Или он потом пришлет вам повестку? Пригласи. Продолжим позже. Да, конечно. Здравствуйте, Вера Леонидовна. Моя фамилия Страдионов, зовут Вадим Григорьевич. Я следователь. Очень приятно. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Чем обязана? Вера Леонидовна, вы стали свидетельницей очень серьезного преступления. Покушение на убийство. Или, может быть, это не вы звонили в полицию, а кто-то воспользовался вашим телефоном? Нет, звонила я.
Поэтому я пришел расспросить вас, так сказать, с глазу на глаз, о том, что видели, что слышали. А кто вам сказал, что я что-то видела? Нет, я ничего не видела. Ну, в таком случае, о том, чего не видели. Вот если бы прилетит на другую планету, никто ни с кем не ссорится и не дерется. Тебя кто-то обидел? Да нет, это я так просто подумала. Понятно. Знаешь, не обязательно менять планету. Можно изменить себя и посмотреть на мир другими глазами. А это как изменить себя? Давай. Когда я была маленькой, к нам в школу пришел новенький. Он был такой тихий, нескладный, что все его обижали и дразнили крокодилом. Мне так хотелось его защитить и наказать всех его обидчиков, что я записалась в школу джиу-джитсу к лучшему тренеру. И ты наказала обидчиков? К тому времени, когда я могла их наказать, я уже выросла, и все обиды прошли. Но я изменилась, стала сильнее, увереннее в себе. И это повлияло на всю мою жизнь. А мальчик, где он сейчас? А мальчик? Это и есть твой папа. Эй, там, на шхуне! Лом не проплывал? Смотри, крестный. Тетя Зайка! Привет! Значит, когда началась перестрелка, вы легли на сиденье и ничего не видели? Да, именно так все и было, я уже вам говорила. Вера Леонидовна, у вас в машине есть видеорегистратор? Да. Я могу взглянуть? На что? На запись видеорегистратора. Ну, он в машине. Машина на стоянке? Нет, в паркинге моей городской квартиры. А как же вы приехали на работу? На такси. Почему? Ну, потому что там повсюду были скорые, полицейские машины, наверняка были трупы, и все заблокировано. Меня бы расспрашивали, а я очень опаздывала на работу. А что вы так нервничаете, Вера Леонидовна? Нет, я не нервничаю. Поехали. Простите, куда? В паркинг. Это неправильно, Зайка. Надо идти до конца. До чьего конца? До моего? Врачи советуют продолжать лечение. Но мне и 3 сорванных беременностей хватит. А что муж говорит? Что говорит? Ничего. Ему жалко меня, мне жалко его. Ладно, не будем о грустном. Ты лучше расскажи, как там твой Метельский. Метельский. Хорошо. Лежит в дорогом пансионате, пишет песни. А чтобы было не скучно, завел себе молоденькую солистку. В смысле, не поняла? В смысле, мы с ним стремительно отдаляемся друг от друга. Ну, а ты что? Ну, а что я? Может быть, я не та женщина, с кем ему следовало связать свою жизнь. Может быть, с другой ему будет лучше, он завяжет с наркотой. Ошибки молодости надо признавать. Ошибки? А ты о Кузе подумала? Он в отце души не чает. Ошибки. Сейчас, подожди. Они очень дорогие. Саша, если узнают, они не умеют. Мама. У нас есть еще билеты. Мы с Машей еще там хотим покататься. Маша. Маша, сколько тебе? 4. У меня 4 только и есть. Ладно. Вот. 4. Спасибо. Ну надо же. У меня есть билеты. Погнали. Здесь в отца. Ой, прости, пожалуйста. И где регистратор? Не знаю, был вроде. Что? Вроде? Давайте посмотрим в бардачке. Ну, может, сняли и забыли. Да вообще его никогда не снимали. Угу. Есть, нет? Нет. А, может, вы в панике его прихватили, и он у вас дома? Погодите. Видите? Что?
машина ставится на сигнализацию, двери запираются автоматически, а вы открыли дверцу, тишина, ключи-то вот они. Я хочу предупредить вас об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Вы подозреваете, что я причастна к покушению на Портника? Пока что я с вами разговаривал только как со свидетельницей, а не как с подозреваемой. Что значит «пока»? Ну, смотрите. Вы задолжали деньги банку, в котором управляющий ваш сосед – это раз. На ваших глазах расстреляли людей, и вы ничего не видели – это два. Ваша машина открыта, из нее пропадает видеорегистратор – это три. Не слишком ли много совпадений, гражданка Болотова? Не трудно жить с фанерной головой? Не труднее, чем с простреленной. То есть? Видеорегистратор исчез. И остался только один человек, который может опознать преступников. Как я могу опознать, если я ничего не видела? Битый час вам рассказываю, вы так ничего не поняли. Я понял. Вот я-то понял. А они об этом ничего не знают. Ну как же я? Они же могут меня убить. Я думаю, мы еще с вами встретимся. Но я рекомендую вам позаботиться о вашей безопасности. Счастливо. Скажите, Вера Леонидовна, вам поступали письма, телефонные звонки с угрозами? Угощайтесь. Нет, а что? Ну, чтобы обеспечить вас эффективной охраной, мы должны определить источник опасности. Или вам нужна иная охрана? В каком смысле? Ну, не знаю, может быть, вы желаете, чтобы вас сопровождал красивый, рослый мужчина? Что за абсурд? Я же пришла не в службу знакомств. Паганель, дама, хочет кофе. Да, еще кофе? Нет, спасибо. Кто такой Паганель? Ну, это я. Сокращенно, вот Павел Гаврилович Нельский. Паганель. Коллеги придумали и его научили. Паганель. Дай, я его сейчас угомоню. Господи, остановитесь, ну зачем? Ну, послушайте, ну, птица абсолютно никому не мешает. Пожалуйста, нет. Иногда лучше жевать, чем говорить. Итак,
Вера Леонидовна, мы должны определить, в чем ваша проблема. И, исходя из этого, я подберу вам телохранителя. Ну, свои проблемы я решу сама. Мне нужен надежный профессионал, который обеспечит мою безопасность. У нас все такие. Других не держим. У вас есть муж, дети? А вам это зачем? Ну, если у вас есть реальные враги, они могут воздействовать на вас через тех, кто вам дорог. Никто мне не дорог. Одного охранника вполне достаточно. Нет, извините, Вера Леонидовна, но одного недостаточно. Телохранитель. Работа опасная, напряженная. Нужны хотя бы двое, чтобы они могли меняться, страховать друг друга. Вам лишь бы деньги с клиента вытягивать. А вы хотите, чтобы мы ваши пули на себя задаром принимали? Почему же мы не встретились раньше? Потому что раньше ты была совсем юная. Нет. Скоро ты станешь моим, только моим, и мы уедем отсюда. Только помещение. Не надо здесь убирать, здесь чисто. Ничего не знаю, но положено убирать. Не надо, спасибо. Я плачу за эту комнату, и я решаю, что здесь надо делать, и что нет. Ты посмотри. До свидания, до свидания. Ты спасибо. Ты посмотри, какой. Пожалуй, нас чуть не застукали. Когда же нам уже не нужно будет прятаться по углам и прислушиваться к шагам за дверью? Все не так просто. Но ведь все же зависит только от тебя. Поговори с ней. Ну, очевидно же, что вы не будете вместе. Вы слишком разные люди. Можно сказать, у вас вообще ничего общего. Мы 13 лет вместе. У нас сын. А обо мне ты подумал? Каково мне ждать? Я только о тебе и думаю. Я вот песню для тебя спешу. Правда? Да. Напой. Потом. А чтобы ты обо мне помнил все время и посвятил мне много-много песен, я приготовила для тебя подарок. Изготовлен по моему заказу специально для тебя. Золотой медиатор. Крокодайл. Спасибо. Как же мне хочется слинять отсюда. Так в чем же дело? Вера Леонидовна, да. К вам женщина говорит по важному вопросу. Хорошо. Только предупреди, что у нее ровно одна минута, я уезжаю. Хорошо. Ровно одна минута. Здравствуйте, Вера Леонидовна. Если вы пришли устраиваться моделью, то вам креативному директору Нестеренко прямо по коридору до конца вам покажут. Но если хотите знать мое мнение, то для модели вы не годитесь. Вам же где-то за 30, верно? Да. Тем более, опыт работы есть? В качестве модели нет. Есть опыт работы в качестве телохранителя. Тело кого? Я из агентства «Респект», Лада Кошкина. А погодите, стоп. Вы женщина? Я разве похожа на мужчину? Извините. А можете подождать в коридоре? Мне нужно сделать один важный звонок. Хорошо. Спасибо.
Алло. Паганель? Простите, господин Нельский? Да. Болотова беспокоит. Скажите, а что происходит? Вы кого мне прислали? Вы что думаете, если я заплатила вам аванс, то не смогу расторгнуть контракт? Вера Леонидовна, Кошкина – профессионал. Инструктор отдела персональной охраны нашего агентства. Кошкина хорошая, Кошкина хорошая. Если вас не устраивает то, что она женщина, то я вам в течение 15 минут поменяю ее на особь противоположного пола. Ну, вы ведь хотели самого надежного. Алло. Алло. Я вам перезвоню. Привет. Привет. Так, давай. О, боже, ты там кирпичи носишь? Нет. А где мама? Мама уехала в командировку. Так срочно, что не успела с тобой попрощаться. Но, если ты не против, я ее временно подменю. Окей. Ну, славненько. Так, пиши. Пристегнулись. Вы всегда так одеваетесь? Как? Брючный деловой костюм из Италии. Ну, почему же всегда? Иногда я надеваю длинное вечернее платье из Англии или трикотажное с кружевом из Франции. В моем гардеробе найдется все, что потребует дресс-код мероприятия, на которое нужно сопровождать клиента. Ну, кроме бренда Vero Image, конечно. Что так? Не нравится наш бренд? Не нравится. Пиджачок невеликоват, можем ушить. В самый раз. В самый раз для чего? Чтобы спрятать под ним пистолет, нож и рацию, а если потребуется, и бронежилет. Ваше чувство юмора я оценила. И как же мы с вами будем работать? Я не до конца понимаю. Никак. Вы же со своей тенью не работаете. Но если вы хотите повсюду меня сопровождать как тень, я же должна буду как-то вас представлять. Одно уточнение. Это вы хотите, чтобы я вас сопровождала. А представлять меня можно как угодно, хоть английским сеттером. Давайте все-таки не будем забывать, кто из нас главный. Давайте. На время действия контракта главной в нашем тандеме буду я. Постарайтесь это усвоить и делать все так, как я скажу. Ну, если, конечно, хотите жить. Ключи от машины. Галя, это Лада Кошкина, журналист. Она собирает сведения для статьи о нашей компании. Галина, мой личный секретарь. Очень приятно. Знаете центральную клиническую, знаете о состоянии Портника. Хорошо. А если по телефону я скажу? Значит, поедьте туда. Я на минутку. Секунду. Можно, да? Да. Познакомьтесь, это Виктор. Ваш второй телохранитель, мой сменщик. Очень приятно. С этой минуты один из нас постоянно будет находиться рядом с вами. Иногда мы будем работать вдвоем. А вы тоже будете сопровождать меня в туалет? Понадобится будет. А он что, с нами не едет? Он будет следовать в машине сопровождения. Пристегнитесь, пожалуйста. Куда едем? Загородный дом. Вера Леонидовна, Портникова никого не пускают, его охраняет полиция. Как он себя чувствует? Состояние стабильно тяжелое. Спасибо, Галя. Знаете, где я живу? Работа такая. Гараж откроете? Да, конечно.
Конечно, я часто уезжаю, иногда ночую в городской квартире. Прошу. Это гостиная, слева кухня. Куда ведет эта лестница? Там моя комната, есть кабинет, будете подниматься? Обязательно. Прошу. Решеток на окнах нет. Ну, конечно, я же не в тюрьме. Сигнализации достаточно. Ой, это же вы. Да, это было давно. Так оставила на память. Вера Леонидовна, завтра приедут сотрудники агентства и установят камеры скрытого видеонаблюдения. Это обязательно. Вы охраняемое лицо и должны находиться в охраняемом помещении. Тем более, что все это вы уже оплатили. Делайте, что хотите. Кухня в вашем распоряжении, пользуйтесь. Вы обязались предоставить помещение для охраны. Устроят? Вполне. Что-нибудь еще? Да. Таз, тряпки, щетку. Вся тахта в шерсти. С тех пор, как сдохла моя собака, здесь никто не убирал. Все необходимое возьмите в ванной. Да, щедрая тетя. Неплохо бы выяснить, зачем ей понадобилась охрана. Такие бабки просто так не платят. Пойду посмотрю, что там снаружи. Езжай домой, Вить. Отдохни. А завтра с утра проконтролирую установку системы видеонаблюдения. Принято. Геннадий Евгеньевич, а... Поехали, у меня куча дел. Спасибо. Доброе утро, Михаил Моисеевич. Доброе, Эли. У нас тут, Лада Михайловна, ЧП. Ваш муж удрал из клиники. Как удрал? И вещи забрал? Понимаете, Лада Михайловна, у нас не заведение закрытого типа. Лечиться или нет, дело добровольное.
Но вот то, что вы не до конца рассчитались за лечение. Вот вам ваша мотивация, вот психологическая реабилитация. Не бойтесь, не убегут от вас ваши деньги. Козел. Кошкина, вы готовы? Всегда готов. Что здесь делаешь? Так я... Папа! Кузя! Привет! Ты вернулся! Ура! Ну, как видишь. А что ты мне привез? Да, что ты привез сыну с гастролей? Он тебя так ждал? Что тебе привез? Прости, Кузь, вещи мои остались в аэропорту, но я завтра за ними съезжу. У меня там для тебя сюрприз. А пока... Медиатор. Золотой. Круто! Специально для тебя заказал. Смотри, с надписью «Крокодил». Стоп. Я буду играть на гитаре? Конечно, завтра начнем. Но у меня ж нет гитары. Терпение, друг мой, терпение. Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Класс! Соскучился по тебе. Как дела? Хорошо. Он, кстати, Кузьме медиатор подарил. Золотой. Между прочим, с гравировкой «Крокодил». Сказал, что специально для него заказывал. Ну где бы он у себя в психушке его заказал? Ладно, ну что ты молчишь? Ну что мне делать? Может, я Кузю к себе заберу? Ну, я понимаю, что отец. Но ты все равно проверь, хорошо? Позвони. Теперь мы будем видеть все, что творится в доме и вокруг него. Никто не сможет пройти незамеченным. Я надеюсь, в спальне за мной следить не будут? Или в ванной? За вами не следят, Вера Леонидовна. Вас охраняют. Идите к черту. Развели тут философию. Я достаточно боролась в этом вашем гребаном мире, чтобы заслужить свое место под солнцем. А теперь я хочу пожить тихо, спокойно в своем, слышите? В своем мире. Живете, кто вам мешает? Вам легко говорить. Это ваша работа. Понаставили тут камер. Жучкова, наверное, везде понатыкали. Я себя чувствую, как блоха под микроскопом. Ну, вы же понимаете. Да все я понимаю. Ну как? Крепкий орешек? Да нет. Просто несчастная женщина, у которой никого не было ближе собаки. Ты не подежуришь за меня сегодняшнюю ночь? Случилось что-то? Да нет, просто у мужа ответственный концерт нарисовался в столице, а сына не с кем оставить. Я с ним побуду до утра и вернусь. Да без проблем. Конечно, подежурю. Спасибо. Слушаю. Здравствуйте, господин следователь. Ну уж простите, я не знаю, как положено.
Хорошо. Здравствуйте, Вадим Григорьевич. Скажите, а разве мы с вами не все выяснили? Нет. Не надо меня вызывать в управление. Ладно, давайте в 4 часа в Павловском сквере. Только поверьте, это пустая трата времени и для вас, и для меня. Да. Доброй ночи. Так инфаркт можно получить. Тише, Кузю разбудишь. Что? А. Где ты был, Метельский? Только не ври мне. Я звонила тебе все утро и весь день. Ни на мобильный, ни на домашний ты не отвечал. В пансионате переполох из-за твоего побега. Ладно, ну прости меня. Ну не могу я там больше. Я там чуть руки на себя не наложил. А здесь Кузя без присмотра. Группа вот-вот развалится, и ты на такой работе, что мне ночные кошмары снятся. А там не эти витамины, Коля, просто в голове какая-то какофония. А чем ты собираешься утром Кузю кормить? Есть мюсли и молоко, на завтрак хватит, а там куплю. Я голодная, как собака. Сейчас что-нибудь придумаю. Я смотрю, ты на пивко перешел. Честное слово, не мое. Зоя пила, спроси у нее сама. Угу. А мусор почему не вынес? Забыл. Сейчас вынесу. Сядь. Ты не долечился 2 недели, Гена. 2 недели псу под хвост. Не волнуйся, это моя проблема, я все оплачу. Чем? Я боюсь, нам придется продать эту квартиру и переехать в квартиру поменьше. Ни за что. Я на эту квартиру горбатился 5 лет. Займу у кого-нибудь, организуем концерты, срубим бабла. Да я что-нибудь придумаю. Но для этого мне нужна свобода, понимаешь? А в этой психушке я просто угасаю. Нарколог сказал, что эти 2 недели – важный этап психологической реабилитации. Закрепление курса медикаментозного лечения. Врет. Курицу, которая несет золотые яйца, из загона никогда не выпустят. Будут колоть мне эти витамины, а мне все будет хуже и хуже. Что с тобой? Ты меня совсем не слушаешь. Ты знаешь, мне прямо сейчас дежавю. Вот такое ощущение, будто это уже было. Мы сидели с тобой на этой кухне, и ты мне говорил. Все будет хорошо, денег будет много, и никакой наркоты. Но ведь так все и было. Было, Гена, было. Но недолго. Через 3 года тебя подобрали на улице в наркотическом угаре. И я снова устроила тебя в закрытую клинику. И все деньги ушли туда. Интересно, насколько тебе хватит в этот раз? Ладно. Ну, пожалуйста, не думай о плохом. У меня куча новых идей. Обязательно какая-нибудь выстрелит. Ясно только одно. В эту клинику я больше не вернусь. Пожалуйста, поверь мне. Ты мне веришь? Пожалуйста, поверь. Руку давай. Давай. Сюда.
Осторожно. Давай. Молодец. Давай. Полежи. Полежи, я пока скорую вызову. Так, скорую мы можем не дождаться. Сейчас. Тихо. Давай. Обопрись на меня. Давай. Как вы определили разрыв селезенки? По симптомам болячки. Я стала его укладывать, а он не ложится и кричит. Вы врач? Я телохранитель. Понятно. Ждайте здесь. Игорь Петрович, простите, пожалуйста, это документы пострадавшего ДТП. Спасибо. Окончательно подтвердить патологию может только хирургическое вмешательство. Но, по-моему, вы правы. Пойдемте. Будете оперировать? Конечно, но не так экстренно, как требуется. У него очень редкая группа крови, 4-я отрицательная, у нас такой не хватит. Поэтому придется искать по другим больницам. У меня 4-я отрицательная, переливайте. Что значит переливать? Вы понимаете, что есть закон запрещающий? Доктор, пока вы будете искать, он может умереть. Я не хочу сидеть в тюрьме. Доктор, послушайте. Что мне вас слушать? Не меня, так совесть свою послушайте. Если он умрет, как вы будете жить, зная, что рядом был человек с нужной группой крови, а вы этим не воспользовались, тупо соблюдая тупой закон? Доктор, гемодинамика падает! Пойдем со мной. Знаешь, а мне сегодня такой сон приснился, что мама домой вернулась. Вы с ней о чем-то на кухне разговаривали. Только вот о чем я уже не помню. А сон с четверга на пятницу вещи. Это как вещи? А это значит, обязательно сбудется. Так, подожди. У нас же дома шаром покати. Надо в магазин идти. Мама позвонит, спросит, чем я тебя кормил. И что я ей отвечу? Так ничего, я в школе бутерброды не съел. Поделимся. Отличная идея. С колбасой и с сыром? И с кетчупом. Пойдем есть бутеры! Поймзали! Это Павловский сквер. Вы сказали, у вас здесь встреча. Да, у меня конфиденциальный разговор. Понятно. Мы не будем вам мешать, но не выпустим из поля зрения. Работа такая. Иди за ней и не спускай с ней глаз. Принято. Добрый день. Добрый. Пройдем. Вера Леонидовна, а с какой целью вы брали кредит? Моя фирма купила первый этаж в престижном доме в центре города. И мы сейчас делаем ремонт, чтобы обустроить самый большой в городе бутик и демонстрационную площадку. Вот. А вы с какой целью интересуетесь? Работаете на банк? Меня интересует все, что связано с Бортником. Как его деловые связи, так и личные. Алло, здравствуйте. К вам сегодня утром привезли пострадавшего от ДТП Деркача Игоря Петровича. Я хотела узнать, как его состояние. Кто я? Я Кошкина. Это я его привезла. Взяток я ему не давала. Интимной связи с ним не состояла, если вы об этом. А я просила Портника продлить срок возврата суда на полгода. И как только он выйдет из больницы, на первом же правлении банка, мы обсудим это. Умер Портник. Как умер? Пойдемте. Сегодня в 16:00 утра. Сердце не выдержало. На данном этапе я узнал все, что хотел. Если нужно будет, вызову. Да. До свидания.
посуду. Хороший пример. Да-да, спит. Значит, все хорошо? А родственникам сообщили? Как нет родственников? А на работу? Ладно, я вам тогда еще вечером перезвоню, хорошо? Всего доброго. Вадик! Крошки. Какими судьбами? Да вот, иду, вижу, какой-то знакомый пригляделся, а это же мой коллега-следователь. С какой-то красивой дамой в скверике, как голубки гуляют. Это не то, о чем ты подумала. Я встречался с ней по делу. По уголовному делу. Это же с каких пор следаки встречаются со своими подозреваемыми в сквериках? Она не подозреваемая, а свидетельница. Как работается в частном секторе? Так же, как и в государственном, только за деньги. А что это за дело за такое, в котором фигурирует такая красивая дама? Резонансная? Рад был видеть, Крошкина. Пойду подгоню машину. Откуда вы знаете этого Страдионова? Вадика. 15 лет у одного тренера джиу-джитсу занимались. Галя, умер банкир Портник. Позвони, узнай, когда похороны, и отправь цветы, венок. Нет, от группы компании «Бюро Имидж». И пусть кто-то из финансистов съездит на похороны. Да. У меня сегодня нет, я уже уехала. А вы, Вера Леонидовна, если не секрет? Что я? Откуда его знаете? Простите, это лично, я не имела права спрашивать. Нет, это не лично, но вас это не касается. Банкира Портника и его телохранителя. И вы это видели? Нет. Я легла на сиденье, ничего не видела, правда. А видеорегистратор все записывал в автономном режиме, так? Да, наверное, я не знаю, но Страдионов тоже так подумал, и мы с ним поехали проверить, а его уже украли. Кажется, оторвались. Можете подниматься, Вера Леонидовна.
этого моя фамилия. Вера Леонидовна. Помните, вы мне еще помогли с покупкой квартиры на Благовещенской? Да, да. Директор фабрики. Антонина Григорьевна, не могли бы вы помочь мне теперь ее продать вместе с местом на паркинге? Здравствуйте. Фирма «Геркулес». Я бы хотела заказать уборку помещения. За сегодняшний ночной кошмар. Какой кошмар? Я ничего такого не помню. И спасибо, что вы до сих пор не ушли от меня. Я знаю, я вздорная. Я раньше такой не была. Давайте завтракать. Присаживайтесь. Все очень красиво. Ну, я надеюсь, еще и вкусно. Будете? Да, конечно. Вера Леонидовна, почему вы живете одна? Я же не всегда была одна. У меня был муж. Талантливый, но сильно пьющий художник. Я была преуспевающей моделью, вокруг меня вели толпы поклонников. Я любила только его. В общем, несмотря на его пагубное пристрастие, мы были счастливы. А почему вы расстались? Все просто. Он предпочел мне официантку.
Я не представляю, что увидишь. Под поезд хотела броситься даже. Но я детдомовская привыкла выживать. И знаете, так мне захотелось в отместку ему сделать свою жизнь самой, без помощи мужчин. И я ринулась в бизнес, с утра до ночи пахала, чтобы дурь всякая в голову не лезла. Шила, нанимала лучших специалистов. А теперь вдруг испугалась. Нет, не за себя, за свое дело. Ну, согласитесь, было бы глупо получить пулю в лоб от какого-то подонка на пике своего успеха. Вера Леонидовна, вы простите меня, что я вас расспрашивала. Может быть, вам не хотелось все решить в прошлом. Да простите, все нормально. И зовите меня Верой и на «ты». Меня давно никто не называл по имени, мне этого очень не хватает. Хорошо. Вера. Хорошее имя. Да, спасибо. Давайте завтракать. Да. Уже приехала. Смотри пока территорию. Виктор приехал. Он дам? Но мы успеем позавтракать. Давайте быстро позавтракаем, собираться и в офис. Мне не нравится, что ты рискуешь. Я постоянно в напряжении. Тебе не нравится, что я рискую, или то, что ты все время в напряжении? Ладно, зачем ты так? Я позвонил не для того, чтобы мы в очередной раз с тобой поссорились. А для чего, Гена? Для чего ты мне позвонил? Чтобы убедиться, что я на месте? Скажи, твоя работа стоит того, чтобы ребенок видел тебя только во сне? Моя работа стоит столько, чтобы расплатиться с долгами за пансионат, из которого ты сбежал, так и не долечившись. Все, у меня больше нет ни минуты. Не забудь отвезти Кузю в школу. Пап? Кузя, ты почему в школу не собираешься, а? Ты с мамой говорил? С мамой. Она хотела с тобой поговорить, но бежала по делам. Передавал тебе привет. Не говорила, когда вернется? Нет. Ладно. Давай. В школу надо собираться. Банк «Имэкспорт-кредит» объявляет о выплате крупного денежного вознаграждения за информацию, связанную с покушением на председателя правления Юго-Западного отделения банка Илью Портника. Все, кто располагает какими-либо сведениями об этом преступлении, могут позвонить по телефонам, которые вы видите на экране, или сообщить лично. Лада, планы изменились. По пути в офис мы заедем в «Имэкспорт-кредит-банк». Хорошо. Хотя это совсем не в пути. Я подожду снаружи. Внутри клиентов охраняют их секьюрити, так что там ты в полной безопасности. Хорошо. Если у входа меня не окажется, подожди меня внутри банка. Да. Вить, сбегай быстренько, купи карту памяти, чтобы подходила к ее видеорегистратору. Зачем? У Веры изменились планы, нам нужно под ней подстроиться. Давай быстрее, потом объясним. А сегодня рано утром я услышала по телевизору, что ваш банк обещает крупное денежное вознаграждение за сведения о покушении на Портника. Да. Наш банк давал такое объявление. А что конкретно вас интересует? Ну, для начала, насколько оно крупное? Видите ли, все будет зависеть от характера и от важности информации. У меня есть информация, которая, как мне кажется, поможет правоохранительным органам раскрыть это преступление. Интересно. Но я хочу получить обещанное вознаграждение, сумма которого покроет задолженности по кредиту группы компании «Веро Имидж». И что-то останется мне на булавке. Немного. 1100. Аппетиты у вас, однако, Вера Леонидовна. И что же это за информация такая, за которую банк должен уплатить такие деньги? Мы с Портником были соседями. И наши машины стояли в одном паркинге. Купил? Да, не родная, но с ее регистратором совместима. Вот здесь, если она появится, сообщи.
Привет, Крошкина. К чему такая спешка? Извини, я сразу к делу. Убийство Портника ты ведешь? Вообще-то это тайна следствия. Когда мы с тобой сидели в одном кабинете следственного управления, никаких тайн у нас друг от друга не было, так что давай. Ладно, я. Что случилось? Фигурантка по делу, Вера Болотова, моя клиентка. Ты охраняешь Веру Болотову. От кого? Не от кого. Простая статусная охрана. Не верю. Она явно что-то скрывает. Просто так охрану бы нанимать не стала. Скрывает что, например? Например, свои делишки с уже покойным Портником или с его замом Филоном. Есть рабочая версия? Портник раздавал кредиты VIP-клиентам, среди которых и твоя Вера Болотова. Таких клиенток он затаскивал в постель. Разумеется, как ты сама понимаешь, никаких заявлений от них не поступало. А серый кардинал Филонов хотел занять его место. Думаешь, он его заказал? Филонов курирует службу безопасности банка, в списках которой фигурируют типы с весьма темным прошлым. Мы сейчас их проверяем, но это предположение прямых улик. А хочешь, я дам тебе такую улику, благодаря которой ты завтра получишь подполковника, возглавишь следственный отдел, а Филонов сядет за решетку. Откуда? От верблюда. Что взамен? Взамен Вера Болотова навсегда выпадает из этого дела. Вчера в столице был задержан один из возможных киллеров. Завтра его этапируют к нам. Вера Болотова должна быть привлечена к его опознанию. Поверь, она ни при чем. Если она что-то и видела, то никак не больше того, что я сейчас тебе покажу. Понимаете, к сожалению, ваш рассказ не стоит того времени, которое вы у меня отняли. Значит, не договоримся. Похоже, что нет. Ну что ж, я хотела сразу отнести эту карту в полицию, но подумала, раз вы объявили вознаграждение. Какую карту? А я разве не сказала? Нет. Запамятовала, наверное. Дело в том, что мой видеорегистратор остался включенным и все записал. А я, когда уходила, то догадалась вынуть карту памяти. И представляете, как в воду глядела. Кто-то вскрыл мою машину и украл регистратор. И к тому же вломились ко мне в квартиру. И что же, эта карта теперь у вас? Нет, я ее с собой не брала. Что же, я должен верить вам на слово? Ну зачем же? Мы с вами взрослые люди. Я сбросила видео себе на телефон. Хотите взглянуть? Пожалуй. Ну так что? Что я скажу прокурору? Где я взял эту улику? При повторном осмотре места происшествия обнаружил в мусорном баке рядом с паркингом. Мне тебя учить? Крошкина! А с чего вдруг ты решила слить мне этот материал? А с того, Вадик, что это криминал. А частные охранные структуры криминалом не занимаются. Я не хочу потерять лицензию. Ну так что? Оставляешь Веру Болотову в покое? Веру? Болт. А кто это такая? Первый раз слышу. Держи. Не потеряй. Меня дважды вызывал к себе следователь, который ведет это дело. Все интересовался, не видела ли я чего. А вы? А что я? Я женщина практичная, у меня бизнес, мне нужны деньги. К сожалению, я не могу единолично принять решение по кредиту. Я должен обратиться в кредитный комитет банка. И комитет может принять решение о списании кредита. А может и не принять. Я обещаю, что со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы вопрос был решен положительно. Ну, другой разговор. Только вы должны написать заявление, которое послужит основанием для принятия такого решения. В офис? К черту офис. Поехали где-нибудь поедим. Удачная сделка. Все может быть.
Я здесь обедаю. Когда есть время, конечно. Скажи честно, что случилось? Ничего не случилось. У меня шестое чувство развито сильнее пяти остальных. Не подставляй ни себя, ни нас. Прости меня, пожалуйста, я тебе солгала. Так? Я скрыла от следствия улику. Ну, не потому, что я испугалась, а просто, понимаешь, этот Портник Илья Андреевич, председатель правления банка, он был гнилым человеком. Мне пришлось дать ему взятку, чтобы получить кредит. Домогался он тебя? Ну, а как без этого? Я сразу дала ему понять, что не пойду на это. А Портник что? Как он на это реагировал? Ну, как? Отказывал в пролонгации договора и стал требовать немедленного возврата кредита. А у меня сейчас нету такой суммы. Формально? У тебя был мотив для убийства. Да, да ну ты что? Мне бы и в голову такое не пришло. Да я вообще хотела сразу отдать эту флешку следователю. Но потом оказалось, что Портник жив. И я решила подождать, пока он придет в себя, там оправится. Чтобы продать ему улику? Ну, я не собиралась зарабатывать на этом. Я просто хотела вернуть свои деньги. Понимаешь, свои. Которые Портник получил незаконно, как взятку. И заставить его подписать договор о продлении срока кредита еще на год. Но он умер. Что теперь? Банк объявил вознаграждение за любые сведения о покушении на Портника. Представляешь? И сегодня я его преемнику, Филонову, сказала, что у меня есть такие сведения. Что? Зачем? Ну, мне же очень нужны деньги, чтобы спасти свой бизнес. Чтобы все было по закону. Каждый день так над собой издеваться, ты же с ума сойти уже. Работа такая. Я слушаю. Вера Леонидовна. Доброе утро, Олег Карлович. У меня для вас приятные новости. Кредитный комитет банка дал согласие на списание долга компании «Веро Имидж». Кроме того, я готов с вами встретиться, чтобы передать обещанное вам вознаграждение. Как хорошо. Мне заехать к вам в банк? Зачем же? Мы можем встретиться на нейтральной территории. Гарантии. А где гарантии, что я с этими деньгами доеду до дома в целости и сохранности? Может, мы можем встретиться в официальной обстановке? Мы можем встретиться с вами в полиции. Только, боюсь, вам придется объяснять, почему вы скрыли от следствия такую важную улику. Нет, нет, конечно, вы правы. Ну, если вы чего-то опасаетесь, назначьте место и время встречи сами. Ну, что мы решаем? Давайте встретимся в ресторане «Лаки Фермер» в 3 часа пополудни. Вас устроит? Отличный выбор. До встречи. Thank you.
Добрый день, Вера Леонидовна. Здравствуйте. Прошу вас. Я рад, что мы можем решить все наши вопросы в непринужденной обстановке. Очень на это надеюсь. Добрый день, что желаете? Бутылочку воды, пожалуйста. А вы? Эспрессо допил. Да, хорошо. Принесли? Отлично. Вот постановление кредитного комитета банка о списании вам кредита. Подписи здесь и здесь. Пожалуйста. Спасибо. Ваш заказ. А это постановление правления банка о выдаче вам вознаграждения. Как говорится, на булавке, как договаривались, можете проверить и присчитать. Теперь позвольте глянуть, что вы мне принесли. Совет, Вера Леонидовна, сотрите все лишнее в вашем смартфоне и забудьте о том, что видели. Уже я все стерла, Олег Романович. Я жить хочу. Я рад, что вы меня правильно поняли. Теперь позвольте откланяться. Дела. Поедем к тебе на работу. И это все? Нет. Еще кейс с деньгами не забудь. Мы победили! Мы победили! Спасибо тебе большое. Официально. С печатями и подписями. А, представляешь? Теперь мы и бутик достроим, и запустим новую линейку. Класс? Класс! Сколько директоров охраняла, а ни разу в их креслах не сидела. Ну, переходи ко мне. Возглавь отдел безопасности, и у тебя будет точно такой кабинет. Нет, ну не точно такой, но вот кресло точно такое, обещаю. У тебя нет отдела безопасности. А вот ты его и организуешь. М? Ну, я подумаю. Да, Антонина Григорьевна, здравствуйте. Да, удобно. Так быстро? Ну, как хорошо. Да, договорились. Да, вполне. До свидания, всего доброго. Хочу продать свою городскую квартиру. Уже нашли желающие. Назначили просмотр на четверг. А пока клининговая компания там все уберет. Правда, мне нужно забрать кое-какие вещи. Съездишь со мной, а? Ну, конечно. Договор о твоей охране еще никто не расторгал.
Кстати, да. Да. Старый способ психологического давления. При виде такого большинство людей бы съехало, не говоря о том, что не стали бы вызывать полицию. Теперь ты понимаешь, почему я обратилась в агентство и не могу больше здесь жить. Все хорошо, это просто мамочка. Я сойду с ума. А мне страшно. Кстати, это тебе дядя цветы принес. Дядя? Да. Какой еще дядя? Ну, судя по цветам, не бедный.
Он сказал, что он курьер. В общем, там записка. Вот. Вот. Где ты был? Работал, у меня вообще-то концерт был. А с каких пор тебя интересует моя жизнь? У тебя опять командировка? Нет. Это ты сейчас заберешь этот чемодан и уедешь. Это моя квартира. Куда я отсюда уеду? Туда? Откуда приехал? А именно на Трубецкую, 25. Деньги на такси есть? Давай без полицейских методов. Я собрала все самое необходимое. Завтра, когда Кузя будет в школе, а я на работе, можешь забрать остальное. И навсегда исчезнешь из нашей жизни. Подожди, давай хоть поговорим. Не о чем говорить, Гена. Семья распалась, семьи больше нет. И это твой выбор. Захочешь развод, я препятствовать не стану. Спокойной ночи.
Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня для вас сюрприз. Сегодняшний мастер-класс проведет известный дизайнер в области моды, генеральный директор группы компании «Веро Имидж» и по совместительству партнер нашей студии Вера Леонидовна Болотова. Одевая куклу, думайте о ее характере. Смотрите внимательно. Основной серый цвет говорит нам о ее, казалось бы, скромности. Но яркая фатиновая оранжевая юбка и правильно подобранные аксессуары намекают нам на ее взбалмошность. А чья это кукла, кто автор? Ученица из этой группы Алина Майсак. Замечательно. Сергей Михайлович, извините, пожалуйста. А вот и она. Здравствуй, Алиночка. Присаживайся, пожалуйста. Вера Леонидовна как раз говорила о твоей кукле, о задаваке. Здравствуйте. А я вас знаю. Да, у меня есть одна юбка от имиджа. Мне очень нравится все, что вы шьете. А мне очень нравится ваша кукла. Вы где-нибудь этому учились раньше? Да, в художественной школе. И потом еще в художественном колледже. Один год. Всего год? Почему же вы не доучились? Потому что я вышла замуж и родила ребенка. Вернулись с боевого задания, Павел Гаврилович? Да годами в сейфе лежит, а пыли немерено. Вот никак не мог понять, откуда берется пыль. И куда деваются деньги? Да уж. О, кстати, насчет денег. У меня для тебя новое дело. Один из наших клиентов на месяц едет в Испанию. Сразу отказываюсь. Да, да погоди ты, отказывается она. Выслушай вначале. Месяц на Средиземном море. Лоре-де-Мар, Барселона, Малага. Можете дальше не перечислять. Я ухожу из телохраны, Павел Гаврилович. Не понял, куда уходишь? А это уже зависит от вас. Либо вы переводите меня детективом, либо я ищу себе другую работу. Поясни. Поясню. Мне за 30. Реакция и выносливость уже не те, что раньше. А это опасно как для меня, так и для клиента. У меня высшее юридическое образование и 5-летний опыт работы следователем. Испугала. Кота сосиска. Сядь. Я сяду, вы не стреляйте. Говори. От меня муж ушел. Сыну 12 лет. За ним сейчас глаз за глаз нужен. Мать больная. Ей с ним тяжело. Не могу я сейчас сутками напролет при охраняемых лицах. Не хочу я тебя, конечно, с телоохраны отпускать. Но есть у меня одна давняя задумка. Наконец-то приехали. Прошу, мадам. Ой, вас не укачало? Как себя чувствуете? Ой. Как себя может чувствовать старуха в 80 лет? О, кажется, давление подскочило. Зинаида Ивановна, ну что вы на себя наговариваете? Какая же вы старуха? Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, Наташа. Как же повезло вам, Зинаида Ивановна. Такого помощника нашли. Ну да, не всем так везет. Русланчик, давай, нужно лекарство принимать. Да, пойдемте. Пошли. Супружеские измены, поиск пропавших мужей-алиментщиков, детей. Ну, в общем, все то, что в полиции обычно ложится в долгий ящик, и отчаявшиеся домохозяйки бегут к частному детективу. Естественно,
У полиции возможностей больше. Мы не можем не допрашивать, не арестовывать. Но к нам ведь доверие больше. Вот я и подумываю о создании такого отдела семейных расследований. Паганель, это то, что сейчас нужно? Ну, конечно. Тем более, ты ведь любого разговоришь. Они ведь сами выложат тебе все свои семейные секреты. Но сразу предупреждаю, зарплата от этого больше не станет. Людей дадите? Согласно штатного расписания, Дмитрий, Виктор, два детектива. Супер. Спасибо. Жду тебя через 3 дня с предложениями. Да, постой. Что ты хотел спросить? Забыл. Как там Вера? Вы, по-моему, подружились? Вера, ничего, нормально. Спрашивала про вас, мол, как вы, что за человек? Всякое такое. Ну, а ты что? А я говорю, мол, не на того подруга напала. Наш Павел Гаврилович на дух женщин не переносит, считает их всех потенциальными изменщицами, легкомысленными. Зачем? Зачем? Ну, это ведь шутка была, и это не про всех. Ну, она что? Она ничего, говорит, считала всех мужиков тупыми, думала, Павел Гаврилович исключение, а он, оказывается, не исключение. Да шучу я, погоди. Нравитесь вы ей? Откуда знаешь? Шестое чувство подсказывает, а оно у меня сильнее всех остальных. Проходи, присаживайся. Я сейчас вернусь. Ты знаешь, я довольна твоей работой. Как только ухудшилось состояние моего здоровья, я сразу задумалась о личном водителе. Ну, другие кандидатуры меня не устраивали. Ты понимаешь, как трудно сейчас найти человека, которому можно доверять? Аванс. Надеюсь, я в тебе не ошиблась. Конечно. Спасибо. И вам всего доброго. Алина, сейчас придет серьезный покупатель. Он заинтересовался вашими куклами. Сереж, я правда очень спешу. Мне сыночка нужно из садика забрать. Я уже так... Алина, не упускайте такую возможность. Речь идет о серьезной сумме. Вы правда думаете, что мои работы кто-то купит? Ну, а почему бы и нет? Покупатель посмотрит, приценится. Расскажете ему свои идеи. Может быть, закажет коллекцию. Опа. Ты голодный? Нет. Мам, нас обокрали? Где папины вещи? Сынок, ты уже большой мальчик. Постарайся понять. Папа от нас ушел. Куда ушел? Другой женщине. Мы теперь будем жить вдвоем. Я больше никогда не увижу папу? Нет, ну почему же? Я надеюсь, вы с папой будете общаться. Папа тебя очень любит. Что такого в этой женщине, что папа к ней ушел? Мам, если папа ее полюбил, наверное, в ней есть что-то хорошее. Хорошее папу детей не забирают. Всем привет! 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 Ты где была? В студии была.
Мне воспитательница звонила. Ты не забрала Дениску из садика, и сейчас мне спокойно говоришь, что была в студии? Слушай, у меня просто сел телефон, я не успела тебе позвонить. Чего ты злишься? Я не собираюсь сутками потрачить, чтобы оплачивать твои причуды. Послушай, скоро все окупится. Моими работами заинтересовались. Так, запомни. Никому не нужны твои дурацкие куклы. О Дениске лучше позаботься. Мать называется. Я запрещаю тебе ходить в эту студию. Мамочка, не плачь. Мамочка не плачет. Мамочке просто соринка в глаз попала. Да. Что-то срочное? Черт. Я перезвоню. Малыш, ну прости. У меня день был тяжелый. Я устал, как собака. Я не хотел тебя обидеть. Простила? Не простила? Ну-ка. Так. А я тебе взяточку приготовил. Это что там? Это что, мой любимый какао? Ты подлиза, понял? Ты же знаешь, что я ради какао готова, ну, все простить. М? Зинаида Ивановна, водитель ждет в прихожей. Не понимаю, куда она могла деться? Куда могла деться, прошу? Нет. Рая! Рая, иди сюда. Зинаида Ивановна, что-то случилось? Куда делась моя брошь? Я не знаю. Старинная. Подумай, вспомни. С камнями такая серебряная. Ну, я не видела. Да вспомни, может быть, ты брала. Хотела посмотреть, забыла положить на место. Зинаида Ивановна, я никогда чужого в жизни не брала. Ах, не брала, не брала. Иди ищи. Зинаида Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Вам плохо? Все. А капли, таблетки. Принесите таблетки. Стакан воды. Сейчас, сейчас. Таблетки. Сейчас. Так, таблетки. Вот, 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 вот. Это подарок моего мужа годовщине свадьбы. Это память о дорогом для меня человеке. Я уверен, она найдется. А вдруг нет? Волнуюсь я что-то. Здоровье последнее время подводит. А тут еще эта брошь пропала. Мы ее поищем и обязательно найдем. А вообще, вам, Зинаида Ивановна, не мешало бы хорошую сиделку подыскать? Чтобы в случае чего могла не только обед приготовить или в квартире убраться, а и медицинскую помощь оказать. Но самое главное, чтобы была порядочная. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Денис Русланович. Очень приятно, Денис Русланович. Очень приятно. На вас похож. Хочешь покатаешься? Угу. Беги только аккуратно. Беги, беги. Ты чего? Сергей, вы извините, но я больше не приду в студию. Мне, правда, все очень нравится, но мой муж считает, что это пустая трата времени и денег. А.
Я попросил вас о встрече, чтобы передать пакет. Как я и думал, вашу куклу купили и хотели купить еще задаваку, но я не стал продавать ее чужому человеку, купил ее сам. Она будет прекрасным украшением нашей студии. Что здесь так много денег? Лин, вы что, вы просто себя недооцениваете. Я уверяю вас, как профессионал, что каждая ваша следующая кукла будет настоящим шедевром и будет стоить намного больше. Почему меня никто не встречает? Привет. Прости, я просто заработалась. Привет. А Дениска где? Уже спит. Набегался в парке. Это что? Ну, я же говорила, что все окупится. Мои куклы купили сразу две, и будет выставка моих работ, представляешь? Это что такое, я тебя спрашиваю? Я не верю, что кто-то мог купить твое чучело за такие деньги. Сам ты чучело. Сергей сказал, что у меня талант, а он, между прочим, директор студии художественного дизайна. А, это тебе директор студии сказал? Ты что, тупая? Тебе какой-то мужик мозги пудрит, а ты ведешься? Да он тебя в постель хочет затащить. Уже и аванс дал. А ты, я вижу, не против чашки на стороне крутить, да? Сделать выставку в нашей галерее. Прекрасно. Звоните. Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь? Да, не подскажете, я ищу Сергея Дефо. Это я. Может, чай, кофе? Проходите. Эй! Я муж Алины Майсак. Нам с тобой кое-что надо выяснить. А. Слышишь? Ты кто такой, чтобы моей жене мозги промывать, а? Какой у нее талант? Она должна сидеть дома и воспитывать ребенка, а не заниматься черт знает чем. Любезные, ваша жена настоящий художник. У нее талант. И так считаю не только я. А во-вторых, посмотрите, это работа международного уровня. Эту куклу сделала ваша жена. Еще раз к ней приблизишься, я тебе ноги переломаю, понял? Я-то понял, но будьте добры, куклу верните! Сам кое-что предпринял. Думаю, подействует. Делаешь? А, тут вот тапочек застрял, не мог достать. Как ты себя чувствуешь? Посмотри на меня. Проснись. Все хорошо. Ну? Здесь кто-то есть. Нет. Здесь никого есть. Нет. Здесь. Алина, посмотри на меня. Все хорошо. Тебе просто приснился страшный сон. Голоса были повсюду.
Алина, все хорошо. Ты просто переволновалась, да? Посмотри на меня. Все хорошо. Идем. Иди сюда. Иди. Так. Хорошо, садись. Садись. Вот, держи. Держи стаканчик. Так. Открой ротик. Это успокоительное. Вы что-то мне плохо в последнее время. Знобит постоянно. Врача бы вызвать. Не переживайте, Зинаида Ивановна. Вы в надежных руках. У меня 10 лет медицинского стажа. Так, давайте градусник. Ой, подожди. Да. Ну, прекрасно. У вас небольшая температурка. Сейчас вы выпьете лекарство, и вам сразу станет лучше. Да. Да? Была обнаружена брошь хозяйки. Вы скажите спасибо, что все закончилось увольнением, а не заявлением в полицию. Ну, это какое-то недоразумение. Я бы никогда в жизни... Я должна поговорить с Зинаидой Ивановной. Ее сейчас нельзя беспокоить. Руслан, ну иди с дороги. Зинаида Ивановна приняла лекарство и уснула. Уходите. Ты не имеешь права меня останавливать. Значит так, ты послушай меня сюда, воровка. Вали отсюда по-хорошему, иначе я полицию вызову, поняла? Ты не смеешь! Топай отсюда! Начальство ездило. То раньше было. Теперь я катаюсь. Да. Улюгань! Боже, что творится? Сколько же вы за нее хотите? Сколько предложите? 35. Не больше. Нет, так не пойдет. 540 лошадок. Скорость, кожа, комфорт, полный фарш. 35. Хорошо. А сколько по-вашему? 50. Ну, нет. Это вряд. 49 и ни центом больше. Ну, что вы на самом деле? Ну, хотите, я приглашу владельца салона. Спросим у него, сколько он даст. Но уверяю вас. Пригласите. Нравится? Очень.
чем проблема? Я хочу продать свою машину, а взамен купить за ту же цену. За какую именно? Я прошу 50 тысяч. Я смотрела по каталогу, это реальная цена. А ваш менеджер говорит 35. Оформляй. Игорь Петрович, мы же ее не реализуем по такой цене. Оформляй. Простите, а вы долго будете ее продавать? А то мне по работе машина нужна, я без нее не могу. Ну а кто сказал, что вы отсюда уйдете пешком? Покатайтесь пока на этой, раз так понравилось. Вы шутите, она же новая и стоит как минимум в 2 раза дороже моей. Давайте для начала прокатимся, а там поглядим. Но я же все равно не смогу ее купить. А мы за тест-драйв денег не берем. Садитесь за руль, Лада Михайловна. Не узнали брата по крови? Вы? Нет. Ну, садитесь. Ну, смотрите, значит, да? В принципе, все обычно. Маша, хорошо, что ты приехала. Спасибо, что позвонила, Вань. Ой, что было? Я так испугалась, когда Алинку на подоконнике увидела. А хорошо, что Руслан вовремя приехал. А что же здесь произошло? Здравствуйте. Дело в том, что Алина должна была прийти сегодня в студию. Как пропала? Подождите, я ничего не понимаю. Полицию. Сейчас. И ребенка нет. Вы не переживайте, я сейчас буду. Я сейчас выезжаю. Я прошу вас, пожалуйста, не надо плакать. Сергей, здравствуйте. Болотова беспокоит. У нас тут проводится конкурс молодых дизайнеров, и мне у вас понравилась одна девушка. Перспективная, креативная. Помню, что зовут Алиной. Да. Я бы хотела ее пригласить. То есть как-то исчезла. В полицию я звонил, но на них надежды мало. А исчезла она при очень странных обстоятельствах. Сережа, у меня есть подруга, частный сыщик. Ну или как там сейчас называется, частный детектив. Она очень опытная. Раньше работала следователем, а сейчас в частном агентстве «Респект». Понятно, что это не дешевое удовольствие, но я могу с ней поговорить, и я думаю, она пойдет нам на уступки. Хотите? Господи, ну конечно хочу. Вот послушайте меня. Если она возьмется за дело, то она точно найдет. Здравствуйте, Сергей. Скажите, вы точно уверены, что Алина пропала, а не сбежала к какой-нибудь подружке, поссорившись с мужем? Я уверен. Пойдемте. Мария Станиславовна, вы не переживайте. Лада обязательно вам поможет. Сделаю все возможное. Сергей, если вы не против, я бы хотела поговорить с Марией Станиславовной наедине. А, да, конечно. Держитесь. Позвоните мне, пожалуйста, когда будут новости. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить каждую деталь, даже если она вам кажется незначительной. Вы понимаете, мне до сих пор трудно в это поверить. Не могла моя девочка так поступить. Не могла. Мне соседка позвонила, говорит,
Как там малолиночка? А я вообще не могу понять, о чем речь. А она мне... Тебе что, Руслан не говорил, что Алина пыталась с собой покончить? Вы понимаете, она не решилась бы на такое. Она же из детства трусишка страшная, да? От вида собственной крови так в обморок падает. А тут я не верю. Алинка, она как птичка, жизнерадостная. Насколько мне известно, Алина пропала несколько дней назад. Почему вы приехали только сейчас? Так я же не знала ничего. А Валя говорит, что Алину вывезли на скорой, и тишина. День-два. Руслан с Дениской дома не появлялись. А об Алине новостей нет. Вот хорошо, что Валя сказала. А так бы я даже не знала, что с моим ребенком беда случилась. Я пыталась и Алине, и Руслану дозвониться, но они не отвечали на звонки. Тем не менее, вы приехали не сразу после звонка соседки. Почему? Муж у меня после инсульта. Не могла его бросить. Целый день подходящую сиделку искал. Значит, прошло 4 дня. Скажите, вы что-нибудь трогали, передвигали? Конечно, нет. Все оставила, как было. Это вы варили? Нет. Вы позволите мне осмотреть квартиру? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте, Лана. Здравствуйте, Сергей. Ну, местечко. Да. За вчерашний и сегодняшний день мы проверили все государственные клиники, куда мог поступить пациент после попытки суицида. Алины там нет. Это последнее частное заведение. Расскажите, появилась новая информация? Мы отдали на экспертизу остатки какао и таблетку, которую нашли, которая закатилась на кухне за тумбочку. Ждем результатов. Идем? Да. Признаться, к нам никогда раньше не приходили частные детективы. В вашем заведении происходит черт знает что. Что вы себе позволяете? У нас реабилитационный центр с очень хорошей репутацией. А вы не боитесь ее испортить? Меня интересует, как сюда попала Алина Майсак. Ее муж приходил к нам, чтобы договориться о планах о визите врача. Буквально на следующий день он позвонил, вызвал нашу скорую и сообщил, что у жены приступ. В каком она была состоянии? Санитары рассказывали, что пациентка вела себя очень агрессивно. Мужу тоже досталось. Она расцарапала ему лицо и руки, когда он снимал ее с подоконника. Явная попытка суицида. Но пришлось сделать успокоительные уколы и госпитализировать. Мы хотим ее увидеть. На сегодняшний день пациентка до сих пор нестабильна, поэтому будьте готовы. Возможно, новые приступы агрессии. Алина, здравствуйте. Меня зовут Лада. Ваша мама у вас дома. Она вас ищет. Беспокоится о вас. Мама. Мамочка. Забери меня отсюда. Мне так плохо. Алина, скажите, вы находитесь здесь по своей воле? Нет. Нет, заберите меня отсюда. Нет. Пожалуйста, пожалуйста, не надо делать мне уколы, пожалуйста. Видите, как я и говорила, она нестабильна. Если вы не заметили, это как раз реакция на ваше успокоительное. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте мне никаких уколов. Я вас очень прошу, не надо мне ничего делать. Никаких уколов и препаратов. Уйдите. Будьте добры, вы тоже уйдите, нам нужно поговорить с Алиной. Ни в коем случае. Я не имею права оставлять пациентку в таком состоянии. Не
постоянно говорят о каком-то самоубийстве, но я, правда, я ничего не знаю. Руслан говорил, что он приедет и заберет меня, но так и ни разу не появился здесь. Вы не могли бы уделить мне минуту внимания? Ну, разве что минуту. Сережа, вы же меня здесь не оставите? Что за цирк вы здесь устроили? Меня интересует, на каком основании Алину Майсак удерживают здесь силой. Почему же силой? Все на добровольной основе. Ее муж уполномочил нас лечить ее. Вы не имеете права удерживать пациента более 24 часов. И вам это прекрасно известно. Покажите мне постановление суда о принудительном лечении Алины. Послушайте, пациентка серьезно больна. Она не в себе. Попытка самоубийства — это вам не шутки. Ну что ж, тогда мы будем настаивать на независимой психиатрической экспертизе. Более того, могу устроить проверку вашего центра уполномоченными органами. И рекомендую не сообщать мужу Алины о нашем разговоре. В противном случае вас привлекут как соучастника преступления. А за это можете срок судить. Вспомните, может быть, Руслан с кем-нибудь конфликтовал? Я не знаю. Может быть, у него были долги. Он мне ничего не рассказывал, он по натуре скрытный человек. Доченька, болит что-нибудь, да? Нет, мам, просто судорога. На, выпей. Алина, вы часто пьете какао? С детства люблю. Вы сами его готовите? Я не умею такой вкусно варить, как Руслан. Поэтому он иногда для меня его делал. А в последнее время очень часто баловал. В какой фирме работает ваш муж? Он возил, возит частного клиента и говорил, что ему хорошо платят. Ваша соседка сказала, что в тот день, когда вас отвезли в больницу, он приехал на какой-то синей Волге. Да, она мне тоже об этом говорила. Откуда она у него? Я не знаю. Я попрошу вас проверить все ли вещи и документы на месте. Хорошо. Доченька, документы там? Угу. Сейчас, секунду. Алло, Виктор, слушай, мне нужен список владельцев. Синяя Волга с оленем на капоте. Да, сейчас такая редкость. Таких машин должно быть мало. Да, срочно. Пропал человек с 5-летним ребенком. Угу, все, жду. Доченька, а тут нет ни паспорта Руслана, ни метрики Дениски. Я, наверное, на кухне гляну. Может быть, Руслан случайно там документы положил? Да, конечно, посмотрите на всякий случай. Алин, мне кажется, в вашей семье что-то произошло, и нам нужно разобраться, что именно. Это я во всем виновата. Это все из-за меня. Вы забыли мне что-то рассказать? Да. Все, что сейчас происходит, это наказание мне за измену. Я отвратительный человек. Всю жизнь я была как слепой котенок. А Руслан все делал за меня. Покупки, счета, решение всех проблем. Да, он иногда был грубым и резким со мной, но он заботился обо мне, понимаете? А я отплатила ему тем, что влюбилась в другого человека. Слушай, ну не рви себе так сердце. Ну все, что не делается, все же к лучшему. Ну подумаешь, муж ушел. Ну, с кем не бывает. Все проходит, Лада, и это пройдет. Просто нужно время.
Думала, готова к этому, а хожу и земли под ногами не чувствую. Вот это не со мной происходит. Тебе надо отвлечься. Ну, видишь, отвлекаюсь. Работу сменила, машину. С вами встретилась. Вот. Ладно. Давайте, правда, о чем-нибудь другом. Извините, а можете подойти? Димон, посмотри, кто у нас там следующий в списке. Садовая, 15. Романюк Зинаида Ивановна. Профессорша, между прочим. А нам нужен мужик. Может, пропустим? Не, мы почти рядом. Посмотрим на всякий случай. На Соевом? Черт. Слушай, а если по пивку, а? Целый день мотаемся, все без толку. В списке нет ни одного владельца машины, похожего на этого Руслана. Кошкина просила срочно. Значит, едем. Держи, зожник. Здравствуйте. Вы тут за порядок отвечаете? Здравствуйте, да. Я машиной интересуюсь, хочу купить. Не подскажете, как мне найти хозяйку? Она ведь здесь живет. Хозяйка этой машины Романюк Зинаида Ивановна. Уважаемый человек. Бывший ректор педагогического университета. Но, к сожалению, она недавно умерла. А кто-то же ездит на этой машине? Да, молодой мужчина. Родственник ее, якобы, Руслан. Он работал у Зинаиды Ивановны водителем, а теперь живет в ее квартире вместе с женой и маленьким сыном. А почему якобы родственник? Вы в этом не уверены? Не мое это дело. Но Раиса, домработница Романюк, плохо о нем отзывалась. А вы зайдите, поговорите. Раз машина здесь, значит, хозяин дома. 9-я квартира, 5-й этаж. Звони Кошкиной. Это они. Взгляните, пожалуйста, на это. Это же моя кукла. Откуда она у вас? А иголки тоже ваши? Нет, иголки не мои. Эти длинные. Как спицы, я такими не пользуюсь. Это вообще-то моя лучшая работа. Смотрите, какая красивая. М? Алин, м? У вас есть враги? Нет. У меня и друзей-то нет. Руслан очень ревнивый, и поэтому не хотел мне никогда ни с кем делить. А чего вы спрашиваете? Потому что такие вещицы по магическому ритуалу обычно кладут поближе к человеку, которому хотят навредить. Как вы думаете, кто мог положить эту куклу под ваш диван? Под мой диван? Да. Это же задавак. Она должна быть у Сергея, он ее купил. А может быть, он мне ее вернул? А я просто не помню. И денчик игрался, я случайно закинул под диван. Вот и все. А иголки у нее тоже случайно оказались?
Привет, Русланчик. А ты куда пропал? Чего меня из больницы не забрал? Я с тобой развожусь. Понятно? Я не хочу тебя больше видеть. В суд можешь не приходить, это не обязательно. Почему ты со мной разводишься? Потому что ты сумасшедшая. И твое место в психушке. Сейчас я это исправлю. Сейчас вызовем тебе скорую. Ваша жена абсолютно здорова, и вам это прекрасно известно. А вот как она оказалась в клинике с вашей помощью, это другой вопрос. Мы с ним как раз сейчас детально разбираемся. А ты кто такая вообще, а? Чего ты лезешь в наши дела? Руслан, давай вали отсюда. А вот дамам грубить не обязательно. Я адвокат Алины. И пока мы пришли просто поговорить. Да понял я, отпусти. Что вам надо? Где мой сын? О сыне вдруг вспомнила? А зачем у тебя, а? Ты же от него отказалась. За 5000 баксов забыла? Про компенсацию? Слушай, что это за бред? Это какая-то наглая ложь. Где мой сын? У вас есть доказательства ваших слов? Зара, дай расписку. Вот. В документе четко и ясно написано, что состояние здоровья Алины не позволяет ей воспитывать ребенка. И она согласна, чтобы он остался с отцом, то есть со мной. Это можете оставить себе, дарю. Это копия. А еще у меня есть оригинал, заверенный у нотариуса. Это вы писали? Лада, я не могла такого написать. Почерк ваш? Да, мой, но я этого не писала. Я правда это не писала, Лада. Ну и как твоя жена нашла нас? Ты же сказал, что договорился в психушке и заплатила. Да мне самому интересно, как она из дурки выбралась. Ей помогли? В смысле помогли? Ну, правильно. Карты показали, что у нее появились император и королева жезлов. Птичка, скажи по-человечески. Да. У Алины появился покровитель и какая-то женщина. Сильная, решительная, которая не боится бросать вызов судьбе. Чуть мое сердце зря связался с ребенком. Разошелся бы с женой, и все. Ты не понимаешь. Я столько сил в это вложил. И уже почти все получилось. Генеральная доверенность есть. С нотариусом договорился. Покупателей нашел. Этой дуре нужно было всего лишь оставаться в психушке, и все. И сидеть ждать, пока ты разведешь ее на квартиру. Да отдай ты ребенка, и с ней нормально разведешься. Ну, фирму-то я уже оформил. И на машины кредит набрал под залог этой квартиры. Я не знаю, кто ей помог. Но я обязательно во всем разберусь. И снова засажу ее в дурку. Ну, а потом что? Даже не будешь ее там всю жизнь держать? Птичка, я сейчас докажу, что она сумасшедшая. Быстро с ней разведусь. Продам ее квартиру. Ну, оформлю опеку над сыном. Ну, зачем тебе ребенок? Ты что, не понимаешь? Ты вообще представляешь, сколько наша фирма будет приносить дохода? Международные перевозки. Из какого перепугу я буду делиться с ней деньгами? Алименты кто будет платить? Птичка, да не накручивай себя. Я тебе говорю, не накручивай. Любая экспертиза покажет, что расписку написала Алина. А все остальное никто ничего не докажет. Посмотри, что я тебе взял. Открой. У антиквара купил.
Здравствуйте. А... Здравствуйте. А вашего ребенка забрал ваш муж буквально полчаса назад. Я поняла, спасибо. Пусть, дорогой, ты главное знай. Я всегда буду тебя любить. Мы будем встречаться, проводить вместе выходные. Да, привет. Да, сейчас идем. Хорошо. Смотри, какая машина, а? Красивая? Ага. Белая, большая. Новая машина? Красивая. Поздравляю. Служебная. Кузя, бегом в машину. Давай. Кузя, у меня работа. Кузя, ускоряйся. Бегом, бегом. Тык-тык-тык-тык. Не смей больше забирать ребенка без моего разрешения. Это почему же? Сам знаешь почему. Это мой сын, Лада. И ни ты, ни суд, ни сам Господь Бог у меня его не отнимет. Не хочу вас обманывать. У Руслана есть реальные шансы отобрать у вас сына. Выписка из психиатрической клиники. Свидетели попытки суицида. Отказ от ребенка, написанный вашей рукой. Все эти факты играют против вас. Но я ничего не писала. И я понятия не имею, о каких деньгах вы говорите. Допустим, это так. Допустим. Вы тоже... Считайте меня сумасшедшей. Спокойно. Алина, мне нужно быть уверенной, что вы говорите правду. Но я говорю правду. Почему? Почему вы мне не верите? Только ваших слов недостаточно. В суде нужно предъявить более весомые доказательства. Да, мы нашли в вашей квартире таблеточку. Возможно, эти лекарства повлияли на вашу память и действия. Есть вероятность, что почерк овеческой экспертизы подтвердит, что Алина написала отказ от ребенка не в обычном состоянии. Нужно дождаться результата всех этих экспертиз. Но этого мало. Этого мало. Что нам делать? Пройдем. Я думаю, нам нужно пройти исследование на полиграфе. А на чем? В народе это называется детектор лжи. Человек дает ответы на вопросы, а специальное оборудование показывает, говорит он правду или нет. Вы действительно ей не верите? Дело не в том, верю я или не верю. Это может помочь в суде. Алине помочь не мне. Это ваше согласие на добровольное проведение теста. Подпишите вот здесь, пожалуйста. Что я должна буду делать? Вы должны отвечать на мои вопросы, да или нет. Ни слова больше. А если я захочу что-нибудь объяснить? Вы сделаете это после проведения теста. Понятно? Да. Старайтесь сидеть неподвижно. Каждое ваше движение влияет на показания датчиков. Глаза не закрывайте, смотрите прямо перед собой. Не волнуйтесь, пожалуйста, полиграф абсолютно безвреден для здоровья. Вы успокоились? Да. Хорошо, сейчас мы с вами побеседуем о ваших семейных делах. Вы готовы? Угу. Не волнуйтесь, Сергей, она скоро выйдет. Давайте я лучше чаем с травками вас угощу. Нет, не надо травок. Лучше кофе. Кофе.
Хорошо. Оль, кофе сделай. Спасибо. Вы когда-нибудь повышали голос на своего сына? Да. Вы когда-нибудь били своего сына? Нет. Вы писали расписку об отказе от ребенка? Нет. Вам было выгодно отдать ребенка? Нет. Вы когда-нибудь мечтали избавиться от собственного сына? Нет. Вы когда-нибудь оставляли своего сына одного в квартире без присмотра? Да. Вы осознанно отдали своего ребенка его отцу? Нет. Лада, ваша версия полностью подтвердилась. Спасибо большое. Лада! Как, Алина, уже успокоилась? Да, я провел ее домой. Скажите, есть уже результат теста? Алина осознанно не писала отказ от ребенка. А, я в этом даже не сомневался. Но это еще не все. Я получила результат экспертизы по той таблеточке, которую мы нашли в квартире Алины. Это антипсихотическое средство, нейролептик. Под его влиянием у здорового человека вначале появляется головная боль, бессонница или, наоборот, сонливость, а позже – страхи, галлюцинации и даже обмороки. Да. Да, такие же симптомы были и у Алины. Кроме того, в остатках какао обнаружили ЛСД – это психоделик. Под его влиянием обостряются или изменяются чувства человека. Может появиться страх, отчаяние, паника и… желание покончить с собой. Вот подонок. Да, Алину намеренно пытался свести с ума ее собственный муж. Вначале он ей давал нейролептики, а ЛСД, так сказать, заключительная вишенка на торте. Но зачем? Нет, если... Руслан так уж не хотел с ней жить, то мог бы просто подать заявление на развод и все. К чему эти сложности? Я думаю, у Руслана давно зрел план развода с Алиной. Просто он оказался жадным человеком и хотел завладеть квартирой. Мы, конечно, подпортили ему планы, но если бы Сергей и вы не вмешались, то дело бы закончилось плохо. Спасибо. Что я, это без вас, но... Лада. Да. Мы не должны останавливаться на полпути. Ребенок, он не должен жить с этим чудовищем. И Алина, поймите, ну как она без сына? Я хочу продлить с вами контракт. Пожалуйста, помогите ей. Я случайно увидела, как Руслан бросал таблетки из этого пузырька в чай, который я для Зинаиды Ивановны приготовила. Можно? А когда я вошла в кухню, он быстренько этот пузырек выкинул в мусор. А я достала его из ведра и сохранила. Разрешите, я заберу? Скажите, можете ли вы описать внешность сиделки? Ну, я ее не часто видела. У нее такая короткая стрижка, большие глаза, на пальцах кольца стройная лет 30. Скажите, пожалуйста, это она? Некто, Романюк Зинаида Ивановна, преклонных лет, нотариально оформила дарственную на свою квартиру и генеральную доверенность на автомобиль на имя случайного человека и умерла при загадочных обстоятельствах. Ну, так случается, и что? Квартира полная антиквариата. Муж увлекался, был известным адвокатом, скончался 7 лет назад. Детей не было. Сестра была, она умерла. В общем, из родственников никто на наследство не претендовал. И наш случайный человек об этом знал? Наш случайный человек – это муж моей клиентки Алины. Ну и что ты хочешь? Разузнай мне, пожалуйста, все про нотариуса, который оформлял сделку. Мне нужна хоть какая-то зацепочка, чтобы иметь рычаги влияния на Руслана. Вот он со своей новой пассией. Сладкая парочка.
подлое. Они кормили старушку нейролептиками, которые были полностью противопоказаны. Я разговаривала с лечащим врачом. Ну, а это уже криминал. Да. Скинь мне фото. Уже кидаю. Я тебе сказала от меня не убегать. Ты меня понял? Сыночек, сыночек, Дениска, сыночек. Мама, мамочка. Сыночек, мой хороший. Больше не будешь уезжать? Нет, нет, и больше никогда. Мама, отдай. Мамочка. Отдай. Отдай мне моего сына, слышишь? Отдай Дениску. Ты больная, ты сумасшедшая. Твое место в психушке. Не приближайся ко мне и к ребенку, поняла меня? Лада, спасибо, что приехали. С тех пор, как я ее привез, она так и сидит. Алина, послушайте. Еще одна такая выходка, и вы навсегда потеряете своего сына. Я просто хотела увидеть Дениса. Неужели вы не понимаете? Не понимаю. Если вы хотите вернуть своего сына, а не просто его увидеть, Руслан должен думать, что вы смирились со своим положением и не сможете отобрать у него ребенка. А вы поставили под угрозу все наши усилия. Лада, пожалуйста, не горячитесь. Алине так сейчас тяжело. Я к вам в няньке не нанималась. Алина, не переживай. Кошкина человек слова. Алинчик. Может, чаю? Воды? Просто останьте сегодня здесь, пожалуйста. Ну что случилось? Я уже несколько раз подряд выпадают карты неизбежного наказания. Зарочка, я прошу. Перестань забивать голову ерундой. Ничего плохого не случится. Это не ерунда. Карты не могут врать. Нам надо уезжать отсюда. Птичка, расслабься, не волнуйся. Да ты посмотри на все это богатство. И оно наше. Мы почти у цели. Да? Привет, Павел Гаврилович. Чем порадуешь? Установили личность сожительницы. Зара Гузанова, родом из Болгарии, но выросла здесь. Но интересно, что у нее есть другое имя и очень интересная профессия. Вот, знакомься. Зафира, потомственная ведьма, занимается черной магией, колдовством. Изредка даже ведет обучающие курсы онлайн. Спасибо большое, Паганель. Да, нотариус. Спасибо, в стакан не нальешь. Рыбак Светлана Юрьевна? Светлана Юрьевна. Репутация у дамочки. Ты знаешь, это же она оформляла нотариальную доверенность на Руслана от лица Алины. Алина никак не могла вспомнить фамилию, но она у нее ассоциировалась с рыбками. Знаешь, ты надави на нее. Аккуратно. Ей светиться ни к чему. Думаю, им она тоже посоветует с тобой не ссориться. И вообще, пора уже эту компанию в полицию сдавать. Не, подожди, подожди. Нам вначале нужно ребенка вернуть. А, здравствуйте. Вы Светлана Юрьевна? Да.
Чем могу помочь? Меня зовут Лада Кошкина. Mm-hmm. Я частный детектив. Mm. Прошу. Спасибо. Меня интересует оформление дарственной от имени Зинаиды Романюк. Ну что вы, я же не обязана помнить имена всех своих клиентов. Старушка лет 80, сделка проходила недавно, 21 числа. Понятно. Хорошо, я вспомнила. Что именно вас интересует? Вам не показалось, эта ситуация необычной? Больная старушка, не способная отвечать за свои поступки? Нет, не показалось. Да, я действительно ездила к Зинаиде Ивановне домой. Но все-таки человек пожилой, плохо себя чувствует. А что? Да, вы уже вспомнили, как ее зовут, а только что жаловались на память. Вызов нотариуса на дом – это достаточно распространенное явление. И вы не заметили ничего странного, ничего странного? Нет. Женщина была в здравом уме. А то, что она решила подарить все свое имущество совершенно постороннему человеку, вас не смутило, не показалось подозрительным? Нет, не показалось. Послушайте, я действительно все тщательным образом проверила. У старухи не было ни детей, ни близких родственников. И то, что одинокий, пожилой человек завещает все свое имущество тому, кто за ним ухаживает, это нормально, здесь нет ничего предосудительного. Даже если этот кто-то не является близким родственником. И часто у вас такое бывает? Хотя да, довольно-таки часто мы тщательно проверили вашу контору. Вы на что это намекаете? А то, что вы, Светлана Юрьевна, расписочки разные заверяете, когда клиенты находятся в невменяемом состоянии под действием препаратов. Вы же должны понимать, что экспертиза это покажет. Может быть, вы еще и незаконные сделки по продажам квартир оформляете? Так, я прошу вас уйти. У меня назначена встреча. Хорошо. Только мой вам совет, Светлана Юрьевна, не заигрывайтесь. Вы можете лишиться лицензии. Будьте любезны, закройте за собой дверь. Конечно. Да, Светлана Юрьевна, я понимаю. Но вы не переживайте, мы решим эту проблему. Светлана Юрьевна, вы слышите меня? Что там? Что-то не так с нотариусом? Оказывается, твоя жена не такая дура, как ты мне рассказывал. В смысле? Она наняла частного детектива. И эта ищейка пришла к нотариусу. Поспрашивала о старухе. Ну и что? А то, что за частным детективом обычно приходит полиция, понятно? И что теперь делать? Что делать? Ой, не зря мне шуты правосудия выпадали. Что? Какой еще шут? Село ты мое необразованное. Шут это Джокер, по-вашему. Давай звони своей женушке, договаривайся о встрече. Будем решать по-хорошему. Здравствуйте, Лада Михайловна. Как вы отнесетесь к моему предложению сегодня вечером поужинать вместе? Хорошо отнесусь. Только сегодня я не могу. А что, если воскресенье на выходных? Да, вполне можно. Как вам новая машина? Радует? Очень радует. Спасибо огромное. Замечательная машина. Совсем другая жизнь. Я рад. До встречи. До свидания. Привет. Можно войти? Ну как ты?
Я понимаю. Ты обижена. Но я пришел сказать, что встретил другую женщину. Извиняться не буду. Сердцу не прикажешь. Так вышло. Ну, ты ведь тоже должна меня понять. Тебя ведь тоже рыльце в пушку. Зачем ты пришел? Я пришел с миром. Не кипятись. Я хочу предложить тебе сделку. Я признаю, что немного перегнул палку и был неправ. Немного перегнул палку? Только давай без истерик, ладно? Я сытым и по горло. В общем, давай тихо, мирно разведемся. Я даже готов вернуть тебе сына и расписку в придачу. При условии, что твоя ищейка не будет лезть в мои дела. Ты мне как-никак обязана. Я ведь тебе жизнь спас. Не дал выпрыгнуть из окна. Ты мне жизнь спас? Как ты вообще можешь? Ты унизил, растоптал меня. Ты травил мне, Руслан. Я тебя травил? Да, ты меня травил. Это ты мне всю жизнь отравила? Ты как была ненормальная, так и осталась. Или ты просто так в психушку загремела? Я вижу, ты не готова к серьезному разговору. Что ж, жаль, очень жаль. Да, видимо, разойтись по-хорошему у нас не получится. Выходит, зря Дениску обрадовала. А ведь он так соскучился по своей мамочке. Какой же ты мерзавец. Если вдруг передумаешь, звони. Да, кстати, о тебе спрашивал Паганель. Еще вариантики принесите. Это тот чудак с попугаем? Этот чудак с попугаем, между прочим, доктор наук, коллекции, автор учебника по юридической психологии, по которому я училась. Да? Настоящий полковник. Это он основал агентство «Респект». Его каждый год приглашают читать лекции в университеты разных стран. Ух ты, не все мужики тупые. Не очень нравится, да? Вообще не то. Поярче что-то принесите. Ну и что он спрашивал? Да так. Интересовался, одна ты? Или, может быть, есть кто на примете? Ну и зачем ему это? Охрану предложить, что ли, хочет? Может, он себя хочет предложить. Иди, Маля. Вообще все не то, иди. Несите комбинезоны. Несите комбинезоны. Детский сад. Если он передумает, а? Не передумает. Нет, ну а вдруг передумает, а? Никаких вдруг не будет. Руслан знает, что он попал на крючок. Мама! Привет! Мой хороший, привет! Мой сладенький! Мама, мама! Тебя так долго не было! Как видите, я свою часть сделки выполнил. Расписка. Довольны? Вполне. На этом моя часть работы выполнена. Больше ни вы, ни ваша история с квартирой меня не интересует. Надеюсь, мы больше не встретимся. И я надеюсь.
Все доказательства у вас на руках, госпожа Хенрикс. Если вдруг потребуется, я готова предоставить все материалы, которыми располагаю. Но я уверена, этого вполне достаточно для следствия. Благодарю вас. Как жаль, что мне пришлось вернуться при таких печальных обстоятельствах. Как же люди так могут? Они же выбросили на помойку ее личные вещи, фотографии. Чужая жизнь на помойке. Я никак не могу понять, почему люди думают, что они могут построить свое счастье на несчастье других людей. Если бы люди думали иначе, я бы лишилась работы. Но знаете что? Я бы ни на секунду об этом не пожалела. Понимаю вас. Ты должен был все проверить. Да откуда же я знал? Она постоянно жаловалась, что пережила всех своих родных. А оказалось, давно уже написала завещание и отправила этой своей племяннице, внучатой. А я тебе говорила. А ты мне не верил. А кто у нас экстрасенс? Вообще, хорэ на меня наезжать. Ты заматывай, заматывай. Что ж твои карты тебе ничего не рассказали? А карты рассказывали. Рассказывали, да? Да. А ты все говорил, чушь да ерунда. Теперь сам расхлебывай. Что значит сам? Мы с тобой вместе. А ты докажи. Это кто? Откройте, полиция. Открывайте, мы знаем, что вы дома. Ладочка, вы столько для нас сделали. Я даже не знаю, как мы можем вас отблагодарить. Зато я знаю. Положите мне, пожалуйста, еще вашего пирога. Очень вкусный. С удовольствием. Кстати, это я сама пекла. Mm-hmm. Да. Могу дать рецепт. Спасибо. Подождите, неужели это конец? Что же будет с Русланом? Это же история с квартирой, явный криминал. Теперь все будет по закону, но я не имею к этому никакого отношения. Выяснилось, что у Зинаиды Ивановны есть наследница. Дочь ее племянницы Анна. Как же Руслан это проморгал? Уложила? Да, уже спит. Анна вышла замуж за иностранца и давно живет за границей. Зинаида Ивановна не только несколько раз писала ей о том, что хочет оставить ей свое имущество, но даже отправила нотариально заверенное завещание в ее пользу. Просто Руслан об этом не знал. Ну а как же вы ее нашли? О, на этот раз я здесь ни при чем. Это домработница Зинаида Ивановна позвонила Анне и сообщила о смерти старушки. Анна сразу же приехала и подала иск о расторжении договора дарения в пользу Руслана, поскольку старушка явно не давала отчет в своих действиях. Ну и параллельно написала заявление в полицию. Полиция уже начала расследование. Надеюсь, Руслан не отвертится. Да, я тоже надеюсь, что все получат по заслугам. Лада, вы невероятная женщина. Вы очень сильная и умная. И мне кажется, что вы можете абсолютно все. Но вы себя недооцениваете. Я тоже ей об этом постоянно твержу. У вас тоже есть сила. Просто она видна не сразу. Поверьте, не каждый может пережить столько и не сломаться. Но теперь вы дома. С вами сын. И заботливый человек, на которого можно положиться. Вы меня извините, пожалуйста, мне пора. Лада, вы только подождите, у меня кое-что для вас есть. Хорошо. Все, спасибо огромное за пирог. Очень вкусно. Будьте счастливы, Алина. Надеюсь, вам больше не понадобятся мои услуги. Это вот вам. В знак благодарности я сделала своими руками. Правда, похоже? Действительно, очень похоже. А почему у меня в руках пистолет? А у вас что, разве нет пистолета? Есть. Но я стараюсь обходиться без него, понимаете? От сердечных ран пистолет не спасает. Всего доброго. До свидания. Thank you.
Я же вас практически не видела. Лицо в крови, полусогнутый, а потом на каталке кислородной маски. А я вас сразу узнал. Как? Как вы могли узнать меня в таком состоянии? Вы же были практически без сознания. Значит, почувствовал? Неправда. Мы с вами где-то виделись. Может быть, я была в охране на каком-то мероприятии или сопровождала вас? Холодно. Я не такая важная персона, которую нужно охранять. Признайтесь, я же буду мучиться и не усну всю ночь. Я видел вас. Я приезжал к вам домой, когда выписался из больницы. И что? Вы вышли из подъезда с сыном. Я подумал, мое появление будет неуместным, неверно истолкованным. У вас семья. Я могу забрать ваши тарелочки? Да. А о своей семье вы не подумали? Нет, не подумал. У меня ее нет. А почему же вы решили позвонить именно сейчас? Вы внезапно оказались у меня в салоне, я подумал, вдруг это судьба. А я не очень вас разочарую, если скажу, что это не судьба. Я появилась у вас в салоне не случайно. Вы оставили визитку у меня в букете, и я совершенно не забыла и вспомнила только, когда сломалась машина. Да, верно. Что же вы не назвались? Постеснялась, это выглядело бы как услуга за услугу. И если бы я вас не узнал, вы бы не признали, что это вы. А то, что ранним утром на пустой трассе оказались вы и я, это не судьба? Да.